Так. Ну, что я скажу? Вот еще одно письмо Александра, да? За что я цепляюсь? Тут уже более-менее конкретный вопрос. Чтобы если они уживутся, не будет отторжения на сливе и будут плодоносить, то может хватать всем будет соседям другим. Пока растут хорошо. Дело в том, что речь идет о сливовой поросли. Так? Вот. Но он прививал черенки слив. Чего бы им не расти? А тут уже другое. Сейчас поймете, в чем дело. Приживаемость ваших черенков 95%. Ну, волшебник. Спасибо, Александр. Так, теперь. Ага, персики, черенки персиков не прижились. Сливы, сливы рознь. Знаете, я не раз говорил, есть сливы, на которые, например, сливы венгерки, на которых абрикосы, которые очень капризны, народ эти абрикосы приживаются. А, допустим, прививаешь на эти, на ринклоды, не хотят. Ну, я же так, чтобы вас не, я же не ученый, чтобы вас убивать этими терминами. Круглоголовые, это значит ринклоды, а те, которые на яйцо похожи, это венгерки. Это по первым приближениям. Вот. Дальше будет поинтереснее. Надеюсь, приживутся. Так, теперь он выписал 4 жердели. И меня еще подковырнул. А вот кто-то говорил, что ни одной жердели у Сергея не заказал. Ну, для того, что вы загадали 4, а остальные куда? Все равно сотни под топоры. Цена их 250 рублей, это он мне последний такой называл, да? Бутылка водки, если не отравлена, стоит дороже. Бутылка водки. А здесь вот такой, какой я на ваших глазах садил, видели? Двухлеткой выбрал, еще с цветочными почками же выбрал. Вот. А что получается? Да, самое главное этих жерделей, я Сереге еще помогу, еще послушайте еще раз внимательно. 2 года прошло. К нему сейчас начинают, собираются в дорогу, ну, может, ну, саженцы эти же покупать. Купят и жердели, купят и манжурцы, вот, благодаря вот моим вот этим вот призывам, но, конечно, не все, и немного. Вот. Вопрос в другом. Если манжурцы, я, помните, говорил, по ним у меня огромная статистика, огромная, тысячи вырастил, ни одного мертвого. Вот. При том, что где-то рядом, может быть, в научном учреждении, из 100 погибнет сотня. Это нормально, они же это все за старое держатся. Поглубже посади, ага. Вот. Это ладно. Вот. Но 2 года, как у Сергея, растут эти жердели. Ну, хоть бы одна замерзла, хоть бы одна подмерзла. Но ведь они уже косточки, они не привитые, как то первое дерево. Помните, я показывал на Маньчжурии. Здесь-то что им надо-то? Они должны быть мертвые. Это же Херсонской области привез, Береславский район. Ну, как может такое быть, что они уже, да, по железу, вот, кстати, это и по Мичурину. Вот, он, правда, смотрите, две темы важные, они смыкаются. Итак, берем, ну, он, ладно, говорит про яблони, но вопрос принципиальный. Вот, и если это практика, она всего касается, нет, значит, никого. Итак, яблоня дичок, на него привита культурная, он чаще всего сравнивал с антоновками. Антоновки берем плод, то есть выросло дерево, берем плод, семечку садим, дичок. Вот. Круг замкнулся, испорчен с помощью подвоя. Вот. Что можно ждать здесь? Для чего я посадил тот? Места у нас в стране нет, я посадил только одну жердель, пересадил. Первая, пока будет последняя, без этого, без не будучи привитая на супер морозостойкий манжурец, а сама по себе сеянец с косточки. Вот. Но те-то с косточки тоже, их же там растет у него то ли 300, то ли 500, они-то ни один не замерз, не подверз. 2-40 градусов зима. Ну что? Ну что? 2 года это не срок, а проверка на сотнях не срок, и ни одной мертвой. Вот так вот. Вы понимаете, вот он купил 4 жердели, да? А, ну, будем считать, что у Сереги никто не покупает. Потому что 4 это округляется в сторону нуля. Помните школьный это, курс математики? Если 4, до нуля округляется. Ну, вот это опять персики нарезаны, персики срезаны. Вот этим им цены нет вообще. Ее оценивать в долларах, скажем, у виска покрутят.
Ну, кто бы сейчас взялся бы из института вырастить, да еще без этого, без укрытия. Вот. Теперь, почему я упомянул институт агроэкологии, город Минска? Ну, там единственный ученый, я вот назвал единственного журналиста, Юдина нет, уже на свете, Головина, 10 лет печатала в каждом номере, крупнейшая газета, ушла на пенсию, газету закрыла, вот. Один Ребрик тут, а из ученых настоящих только один Ваулин, который выписал у меня там 12 лет назад и привитые, непривитые абрикосы до сих пор живы, и непривитые еще у него прекрасно плодоносят, да. И это все. И вот когда мы с Ваулиным-то общались, он мне прислал официальный документ, подпись, печать, что я уполномочен от имени института собирать коллекцию, да, ездил в Абакан, у себя собирал в Абакане, вот. У него было жесткое требование. Вы знаете, я всегда говорю в открытую, я не знаю, смотрит он эти передачи мои вот эти вот, не смотрит. Но она интересна невероятно, смотрите. Вот, когда-то я сказал, мне надо похвастаться, что сам Александр Юрьевич Ваулин, директор, со мной дружит. Да ради бога, я говорю, да как же так? Вон Курдюмову как книгу написали, и то неприятности были, мол, чуть ли не предателем обзывали. Вот, представляете, он, да не, пожалуйста. Я говорю, а Мичурину как вот это? Ну, с величайшим уважением. И вот интересно, почему я так долго говорю. Чего выразилось это уважение? Валерий Константинович, собирайте коллекцию, мы вам еще и заплатим за нее. Присылайте. Так. Одно важное условие. Только абрикосовые косточки, только с непривитых деревьев. Вот он, Мичурин, где? Подсознание сидит. И у меня, и у него. Вот. Понятно? Поэтому у меня еще говорят, а что вырастет? Почему я посадил жердель без непривитую? Вот. Выращу. Жаль только одну, надо бы целый лес вырастить. Ну, кто-то же может 10-20 вырастить, в конце концов. По 250 рублей. Водки-то больше выпиваем. Так вот. Значит, кто-то должен это сделать и убедиться, что. Ведь жердель вот эта, она у меня выиграла. Я рассказывал этот случай, он становится хрестоматийным. Вот. Еще раз. Год неудачный. Висят королевские, висят серафимы. Вкусные, сладкие, но мало. Чуть ли не штуками считай. И приезжают две машины. Неурочное время. То есть еще до продажи саженца, до осени далеко. Ну и что? Ну, вожу 10 человек, там у меня еще авторитет был в гостях, еще кто-то. 13 человек или 12, я последний. Вот. Угощаю, все довольны, все. Но когда прошли мимо это единственного дерева, я вам показывал, да, вот, начали, говорят, а можем попробовать? Да пробуйте, лежит ковром. Я говорю, она несъедобная. Вот. Что вы думаете? Наелись, еще и, кстати, уже забыл, каждый раз все меньше помню, откуда машина, обе дальнобойщики, ну, издалека. Вот. И все говорят, она вкуснее королевского. Я был шокирован. Я беру, пробую кислое, ну как для меня, повышенные кислоты желудка. Вы представляете, какую она ценность имеет, если я проиграл спор 12 человеком? Представляете, это же была дегустация фактически. Честная, непредубежденная. Идем мимо, вот, поднял, попробовал, говорю, да это же вкуснее королевского. А я с передателем королевского угощал. Вот. И вот я говорю, а самое обидное, что действительно, вот когда вот он укорил, ну как, подцепил меня, но я же заказал, вы говорите, никто не заказывал, а он аж 4 заказал, вот так вот. Вот, а этому, это здорово, что институт занимается чистой наукой, вот, я ему выслал уникальную коллекцию, уникальнейшую, там были косточки самых крупных плодов, 80-граммовых, ну год, правда, не тот. Ну, и такие были. Так, пойдем дальше. Вот, снова Александр Васильев, еще одно письмо. Спасибо вам за ту переписку, Александр. Как вы заметили, абрикосы ежегодно обрезаются. Там из одной обрезки сделали бонсай. Зная о вашем слабом сердце, фото не высылаю. Ну, короче, кто-то взял и изувечил, я так понял его, так, что он даже испугался мне показать снимок. Может, и правильно. И действительно, когда сердце не выдержит, особенно когда на фей гляжу.
били деревья, чтобы не было морозобоя, и на этой же высоте до 2 метров уничтожить все до единой ветки, оставив рану. Это здорово. Так, недавно, немного добавлю, сад находится в Брянской области, минимальная температура минус 30. Ну, Африка, что я скажу. Это уже Аляхов.